Замыкание электропроводки в классе на четвертом этаже. К счастью, это просто сценарий, по которому сотрудники МЧС в школе номер 17 проводили учения. Паники не было, все очень быстро покидали здание. Что нужно делать, когда срабатывает система оповещения, знают даже первоклашки. Почему вы на улице выскочили? Потому что это учение было, пожарная тревога. Сначала пропускали малышей, чтобы быстрее все-таки вышли, потому что, ну, и надо было как бы, чтобы малыши, они более суетливые, поэтому надо было их быстрее, чтобы они вышли. Прошло буквально 2 минуты, и все 699 учеников выстроились во дворе школы. Эвакуация людей из зданий происходит не только при пожарах, но и при чрезвычайных ситуациях и при терроризме. Когда в здании закладывается бомба, поступает информация, необходимо быстро покинуть помещение и здание. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.